Добрый вечер. Итоги дня в эфире о событиях за сегодня. Глазами наших корреспондентов в ближайшие полчаса. О них расскажем вам мы, Динара Жанбатырова, Дмитрий Двойнев, Хасан Исраилов. И начнем с небольшого анонса. Игра в города. Почему строительство городов-спутников возле Алматы превратилось в долгострой? И что представляет из себя проект? Расскажем. В книгу Гиннесса 8 лет казахстанец Бекнур Жанибекулы носит самый маленький протез в мире. Посмеяться в опере? Легко. Астана Опера готовит громкую премьеру в жанре оперы буффа. Казахстан намерен добиться скорейшего вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Наша страна продолжает использовать преимущество отказа от ядерного оружия во имя человеческого прогресса. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Генассамблеи ООН. Встреча была посвящена Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Президент отметил, что продолжающаяся ускоренная ядерная программа в некоторых странах в сочетании с постоянной террористической угрозой увеличивают риски применения оружия судного дня. Построение мира, свободного от ядерного оружия, остается приоритетом политики моего правительства. За последние 30 лет это устремление сделало Казахстан участником глобального антиядерного движения. Оно стало частью нашей национальной идентичности. Мы готовы с вами и впредь прилагать свои усилия во имя дальнейшего разоружения и нераспространения. Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной. Вопросы противодействия вызовам экстремизма и терроризма становятся актуальными в новых реалиях. Об этом шла речь на заседании Совета Безопасности сегодня. Его председатель Нурсултан Назарбаев отметил, что события в Афганистане стали катализатором процесса глубоких изменений на пространстве Центральной Евразии, потребовали укрепления действующих и создания новых механизмов региональной безопасности. Нужно быть к этому готовым. Это касается и силовиков. Главная задача которых — обеспечение безопасности граждан, заявил Назарбаев. Новые вызовы региональной безопасности диктуют необходимость дальнейших мер по укреплению обороноспособности. Казахстанская армия должна отвечать лучшим современным военным стандартам. В сфере военной безопасности утверждены все базовые документы, определяющие видение модернизированных вооруженных сил, развитие оборонно-промышленного комплекса. Сейчас главное – обеспечить должное исполнение всех принятых нами решений. Контролировать нужные социальные вопросы, заявил Елбасы. Это как раз гарантия уверенности и согласия в обществе. И дал ряд конкретных поручений профильным ведомствам. Повышение реальных доходов граждан, создание качественных рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, обеспечение продовольственной безопасности – все это говорилось в поручениях и в послании нашего президента. Вот это может быть достигнуто только, если будет расти объем экономики. Поддержка здравоохранения, образования, решение насущных вопросов граждан должны всегда быть в центре внимания госорганов. Все это слагаемое социального благополучия, уверенности наших граждан, чтобы не оставлять почвы для раскопа экстремизма и радикализма. Нурсултан Назарбаев сегодня встретился с председателем Мили Маджилиса Азербайджана Сагибой Гафаровой. Она прибыла в Казахстан накануне для участия в парламентской ассамблее тюркоязычных стран. Елбасы выразил уверенность, что ее визит придаст новый импульс развитию межпарламентского взаимодействия Казахстана и Азербайджана. Заседание 10-е, юбилейное, прошло в славном городе Туркестане. За 2 года вы, наверное, видели, что мы смогли сделать, но перспектива большая. Центр тюркского мира, все виды музеев там есть, город построен. Мы хотели высший туркский совет провести, но в связи с пандемией мы в онлайн-режиме тоже провели. Мне очень отрадно, что те отношения, которые были между нашими народами, они остались, они развиваются. Нас сближает очень многое. Нас сближает тюркский мир, нас сближает наши традиции, наша культура общая. И этому я увидала лишний раз подтверждение в Туркестане. То, что мы увидали в Туркестане, поразило нас всех.
Касым Жомарт Токаев также встретился с азербайджанским парламентарием. Глава государства подчеркнул особый характер казахско-азербайджанских отношений, отметив, что сотрудничество между двумя странами в последние годы успешно развивается по восходящей линии. Президент поблагодарил Гафарова за вклад в развитие межпарламентского партнерства. Ваш визит имеет очень важное значение с точки зрения продолжения активного сотрудничества между парламентами наших государств. Последние годы парламентская дипломатия приобретает все большее политическое значение, о чем лишний раз свидетельствуют итоги состоявшегося на днях заседания Тюркпа. Я так понимаю, что это заседание было в высшей степени успешным. Принят совместный документ, очень содержательный. Поэтому я хотел бы поздравить вас и поблагодарить за вклад в развитие не только межпарламентского сотрудничества между нашими государствами, но и развитие сотрудничества в международном измерении. Я хочу также отметить, что Азербайджан и Казахстан являются братскими государствами, которых объединяет очень много. Это и тюркские корни, и общая культура, и схожесть наших традиций. И в то же время Азербайджан и Казахстан являются стратегическими партнерами, что еще было закреплено в соглашении 2005 года. А уже в Мажилисе достигнута договоренность обмениваться законодательным опытом между Казахстаном и Азербайджаном. Нурлан Нигматуллин и Сагиба Гафарова отметили большие возможности для законодательной поддержки договоренностей двух стран. Парламентарии также высказались за активизацию работы профильных комитетов для укрепления межпарламентского диалога и развития сотрудничества между тюркскими государствами. И еще из официальной повестки – строящиеся города, спутники Алматы, G4City стали главной темой встречи Касым Жомарта Токаева и главы сингапурской компании Сурбана Джуронг. Вонг Хьянг Файна рассказал президенту о планах по строительству в партнерстве с отечественными инвесторами 4 новых городов близ мегаполиса. Проект начали разрабатывать еще в 2006 году. Токаев отметил стратегическую важность укрепления инвестсотрудничества с Сингапуром, а также заверил зарубежных партнеров в поддержке со стороны государства. И вот строительство первого города-спутника Алматы, Гейт-Сити, началось 3 месяца назад и сейчас идет полным ходом. Проведена необходимая инженерная инфраструктура и коммуникации. И вот дело осталось за соцобъектами и жильем. И их по-прежнему нет. А вот почему, выяснял наш коллега Тимур Казагулов. Он побывал на месте амбициозной стройки и расскажет, кому и для чего нужны новые города. В то, что в недалеком будущем близ Алматы появится совершенно новый город, пока верится с трудом, все-таки порядка 10 лет. Гейт-Сити находился на бумаге, в жизни же все эти годы был пустырь. Однако дело с мертвой точки сдвинулось в июне этого года. Началось возведение жилых зданий. Полноценно свои ворота Гейт-Сити откроет только к 2030 году. Амбициозный проект по созданию 4 городов-спутников в 20 километрах от Алматы задумали еще в 2006 году. Чиновники были уверены, что G4City поможет разгрузить мегаполис и снизить цены на жилье, которые сегодня уже превышают 400 тысяч тенге за квадратный метр. С тех пор строительство 7 раз откладывали. Проект пережил 3 акимов области. В Гейт-Сити за счет бюджета уже давно провели все блага цивилизации. Газ, воду, электричество и канализацию. Застройщикам осталось лишь возвести жилье. Государственная программа «Нурлы жер» дает такую возможность частным инвесторам, которые хотят строить доступное жилье, обеспечение инженерной инфраструктуры за счет бюджета. Оно под собой подразумевает, если после мы государство обеспечим инженерную инфраструктуру, то та инвестиционная компания, которая построит жилые дома, 50% отдает по фиксированным тарифам нашим очередникам. Планируется, что половину квартир в будущих домах застройщик отдаст почти в 2 раза дешевле рыночной стоимости. Ко всем участникам проекта единые требования. Жилье должно быть современное, сейсмоустойчивое и немногоэтажное. Это развитие Бигвилли. Бигвилли – это обособленная территория, которая будет включать в себя всю социальную инфраструктуру, коммерческие кластеры, учебно-образовательные центры, медицинские учреждения, полицейские участки и так далее и тому подобное. То есть, скажем так, город в городе. Сами алматинцы, несмотря на многолетнюю историю проекта, о новых городах узнали от нас. Зато они очень хорошо знают, что такое дорогое жилье, многочасовые пробки и вечный смог. Впрочем, в пользе строительства спутников мегаполиса некоторые сомневаются. Здесь самая большая проблема – это пробки.
А с этим построительством вообще хуже будет здесь все. Действительно, это вот как Москва огромная, да? Вот по поводу, ну, конечно, переехала бы, если там все есть, и все прекрасно, так что бы не переехать. Шибко много проблем. Какие? И вряд ли эти города что-то изменят. Как пробки? Населенность изменит. Все сюда сразу поедут. Хорошо, что предпринимаются какие-то попытки решить. Думаю, может сработать, почему нет? Наглядный пример того, что проект не только фундаментальный и громкий, но еще и проблемный, это котельная будущего города, так сказать, сердце Гейт-Сити сегодня поросло травой, а в пустующем здании со всем необходимым оборудованием сегодня властвует только ветер. И это при том, что в строительство вложили больше 3 миллиардов тенге. Обслуживать тепловой узел способен почти 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Это 60 тысяч человек населения. Котельная бы пригодилась, к примеру, в таких городах, как Жезказган, Риддер или Лисаковск. Но только вот пустить тепло и горячую воду здесь не могут уже 6 лет. Просто некуда и не для кого. Как отмечает председатель правления госкомпании «Алата», он же заказчик Аскар Тутубаев, вина в том, что проект превратился в долгострой и производственную яму, лежит на инвесторах. Свои обязательства они якобы не исполнили ни в одном из 4 меморандумов, заключенных за эти годы. Все договоренности на словах, но не на деле, говорит заказчик. Котельная простаивает, идет простой также. Охрана охраняет постоянно. Это находится в обязанности подрядчика. Ну, полагаем, что в ближайшее время, к концу следующего года, наверное, или к полугодию 2022 года, инвестор выполнит свои обязательства и ведет эксплуатацию жилые дома. Объект, в принципе, готов к работе. Все строительно-монтажные работы на 95% завершены. Остались только пусконаладочные работы. Котельнические условия... Если котельную запустят, я готов приступить к своим обязанностям хоть завтра. Я квалифицированный электромонтажник, по сути, сижу без дела. Меняю лампочки, протираю от пыли электрощиты. Жаль, и свое время теряю, и оборудование стоит без дела. Без дела стоит и электрическая подстанция, и другие объекты инфраструктуры. Всего же вдоль трассы, ведущей в Капшагай, рядом с Алматы, намерены построить 4 города с общим населением в 220 тысяч человек. Уже начатый Гейт-Сити объявлен как финансово-деловой центр вторым. Указан Голден-Сити, в котором разместят объекты культуры, образования и науки. Третьим по счету станет Гроуинг-Сити. Город будет отвечать за транспортно-логистический потенциал региона. И четвертым будет Green City, город отдыха, развлечения и туризма. Последний, самый отдаленный от Алматы город разместится на берегу Капшагайского водохранилища. Зеленый город возведут только после 2030 года. И что важно, только в случае успеха Гейт-Сити. А вот если окажется, что деньги пустили на ветер, то проект свернут. За все эти годы на инфраструктуру Гейт-Сити генпланы и проектно-сметные документации для всех 4 городов потратили порядка 38 миллиардов тенге. Первые ключи от квартир будущим жителям Гейт-Сити планируют вручить через год. Тимур Казагулов, Нурлан Малгельдинов. Итоги дня. Алматинская область. Еще один проект, который отстает от графика, реконструкция автомобильной дороги Караганда-Балхаш. А ее планировали завершить досрочно. Но хотели сдать в следующем году, но сейчас о сроках сдачи объекта говорят уже не так уверенно. Сметная стоимость ремонта 300 километров автобана – почти 250 миллионов тенге. Однако этих денег не хватает, говорят подрядчики. Почему ремонтные работы на столь крупном инфраструктурном проекте затягиваются, выясняла Юлана Чаус. Асфальтом покрыты 170 из 363 километров дороги. Согласно отчетам, на трассе Караганда-Балхаш выполнена половина работы. Но есть еще и такие участки. Их 15, общей протяженностью 25 километров. Масштабная реконструкция участка Караганда-Балхаш началась 2 года назад. По контракту 4-полосный автобан должны сдать в 2023. Но на высоких уровнях не раз заявлялось о досрочном завершении уже в следующем году. Сейчас с громкими обещаниями осторожничают. Одной из причин замедления темпов работы называют дефицит кадров. На объекте трудится меньше 1500 человек из необходимых 2500. По территории Казахстана, например, если смотреть, около 4000 километров ведется ремонтные работы, реконструкция, строительные работы. И на этих работах уже более 100 тысяч человек задействовано. И, соответственно, у нас тоже
нехватка количества кадров. Подрядчики сетуют. В немалой степени на темпы работ влияет удорожание материалов и дефицит битума. А запасы, накопленные зимой и в начале весны, на исходе. У нас госэксперты завышли в 2016 году, а сейчас уже 2021 год. Инфляция действительно по материалам, это очень сейчас большая скачка пошел. При заключении договора вот эти риски не были учтены, а сейчас уже на высшем уровне обсуждается. Сметная стоимость проекта почти 250 миллиардов тенге. Эти средства Казахстан взял в долг у китайского банка. Планируется, что после завершения реконструкции с 2024 года автобан от Карганды до Балхаша станет платным. Юлана Чаус, Айран Камбаев, Аслан Демизбаев. Итоги дня. Карагандинская область. Поливной воды не хватает фермерам села Кумкент Туркестанской области. Дело в том, что оросительный канал, по которому к ним поступает родниковая вода, буквально рушится на глазах. Без влаги остается почти половина местных полей. Орычную сеть, к слову, построили еще полвека назад, но с тех пор ни разу не ремонтировали. Все это время она находилась на балансе Казводхоза и вот недавно перешла в ведение акимата, где обещают провести реконструкцию уже в ближайшее время. Всего в регионе почти 90 магистральных и больше 1500 межхозяйственных каналов. В ремонте и механической очистке нуждаются многие из них. Как видите, состояние нашего арыка очень плохое. Он весь покрылся дырами, а на некоторых участках вовсе разрушен. В результате часть воды до нас не доходит и утекает в никуда. Мы бы хотели выращивать больше овощей и кормовых культур, но из-за нехватки полива это пока невозможно. Сейчас водой из родника орошаются примерно 300 гектаров земли. Если привести арык в порядок, то орошаемая площадь вырастет вдвое. Потому ремонт для нас в приоритете. Мы планируем подготовить проектно-сметную документацию и начать ремонт уже в следующем году. В Атырауской области полным ходом идет кампания по заготовке кормов и сена на предстоящую зиму. По расчетам специалистов, в регионе насчитываются почти 350 тысяч голов КРС. Чтобы прокормить их, требуется собрать около 600 тысяч тонн кормов. Сельчан тем временем беспокоит вопрос субсидирования. Из-за засухи урожай на сенокосах снизился. Если раньше с одного гектара собирали до 12 центнеров травы, то в этом году порядка 2 центнеров. Хозяйства понесли колоссальные убытки. Теперь нуждаются в большей финансовой помощи со стороны государства. Запланированных же субсидий, по словам фермеров, недостаточно. Схожесть травы в этом году низкая. На заготовку уходит много времени, требуется и много топлива. В прошлом году из областного бюджета выделялись субсидии на заготовку кормов по 31 тысячи тенге на каждую корову, 25 тысяч на лошадь, 4 тысячи на барана. Нам выплатили тогда по 6 миллионов тенге. Говорят, в этом году таких объемов не будет, но нам по-прежнему нужна помощь государства. Что касается топлива, 100 тысяч тонн дизтоплива импортируют в Казахстан из России, за счет чего в стране должны решить вопрос с дефицитом ГСМ. Если договоренности будут достигнуты, то недостающий объем горючего поставят уже в середине октября, сообщили в Минэнерго. Сейчас в запасе есть свыше 210 тысяч тонн солярки, однако этого хватит максимум на 12 дней. Остановка Павлодарского завода, она влияет на баланс дизельного топлива по республике. Мы видим, что порядка 100 тысяч тонн дизельного топлива необходимо импортировать с Российской Федерации. И уже провели переговоры с коллегами с Минэнерго России. На прошлой неделе у нас прошла встреча в Москве. Достигнута договоренность об их поддержке. Мы думаем, на этой неделе уже переговоры все будут финализированы, и мы поймем конкретные параметры ценообразования. В Китае усугубляется энергетический кризис. Заводы вынуждены останавливают производство. В домах отключают отопление, на улицах не работают фонари и светофоры. Как сообщает Bloomberg, в целом почти половина провинции КНР страдает от недостатка энергии. Больше всех ощутили дефицит три ключевых для страны региона – Дзянсу, Чжэцзян и Гуандун. На них приходится почти треть ВВП страны. В некоторых городах жители просят экономить электроэнергию, не пользоваться бойлерами и микроволновками. Торговые центры закрываются раньше положенного времени. В СМИ распространяется видео с автомобилями, которые двигаются по неосвещенному шоссе и при неработающих светофорах. Причиной перебоев эксперты считают дефицит угля и новые квоты на эмиссии углекислого газа в стране.
К другим темам. Как реализуется предвыборная программа Нур Отана на местах, сегодня проверил первый заместитель председателя партии. Для этого Бауыржан Байбек сегодня прибыл в Карагандинскую область. По его словам, в регионе уже на четверть выполнены запланированные на 5 лет мероприятия. Во многом это социальные проекты, что является одним из главных приоритетов в работе партии. В плане рабочей поездки было также посещение ряда объектов. Это обновленный техноцентр при детско-юношеском центре «Жастар» в Осакаровке. И также Байбек побывал в центре активного долголетия. Главная цель таких центров долголетия – помочь пожилым людям, чтобы они могли прийти и задать свои вопросы. Центры должны работать по принципу одного окна. Глава государства поручил открыть такие центры в каждом городе, в каждом районе нашей страны. Не допустить в университете вооруженных преступников. В техническом вузе Усть-Каменогорска придумали универсальную пропускную систему на территорию Альма-Матер. С ее помощью программисты учебного заведения надеются избежать повторения пермской трагедии. Суть проекта – стандартные турникеты дооснастили лицевыми сканерами, ошиком и функциями термометрии, а также металлодетекторами. Электроконтролер также фиксирует наличие защитных масок у входящих. Новинкой уже успели заинтересоваться представители других вузов страны, а также госучреждения. Однако с коммерциализацией проекта разработчики не спешат. Для начала тестирование. 8-летний казахстанец может попасть в книгу рекордов Гиннесса, правда, не в качестве автора рекорда, а его участника. Бекнур Жанибек Улым носит самый маленький функциональный протез в мире. Причем сделан этот аппарат из обычного конструктора Лего. У нас есть такое очень крутое фото с Хиллари Клинтон. В жизни Бекнура было много невероятных знакомств. В семейном альбоме хранится фото с Хиллари Клинтон. Но последняя встреча для мальчика стала самой важной. Ты себя чувствуешь каким-то супергероем? Ну, что я могу теперь поднимать штуки и с этим луком, а сначала я не смог. Ну ты теперь уже учишься потихоньку. Я видела, ты даже бусинку можешь поднять, маленькую. Да, я это учусь, как это использовать. Вот кадры со встречи Бекнура с его персональным супергероем. 22-летний Дэвид Агилар, будущий биоинженер из Андорры, автор уникальных протезов на базе конструкторов Лего. Дэвид начинал с разработки аппаратов для себя. Узнав историю Бекнура, молодой изобретатель сконструировал протез по меркам мальчика. Было довольно сложно из-за маленького размера, но подарив протез, Дэвид смог подарить гораздо большее. Знакомство с ним стало для меня большой возможностью. Когда я начинал делать протез, я мечтал о том, чтобы он, как я когда-то с моим первым протезом, впервые стал перед зеркалом и начал улыбаться, как человек, имеющий две руки. Это момент, когда понимаешь, что не отсутствие рук делает тебя другим. В реальности все люди разные. Бекнур посещает обычную школу, любит петь, интересуется поездами, имеет собственный канал в Ютубе и, кажется, теперь пытается во всем подражать своему вдохновителю. Он стал увереннее в себе, причем в школу он этот протез носил один раз, потому что он никого к нему не подпускает. Он очень боится, что его кто-то сломает, но у него вот, знаете, как моя прелесть. Он вот прям полюбил так его, не потому что он себя считает без него каким-то не таким, как бы Бекнур у нас уверен, что он полноценный и все при нем. Но здесь у него как вот что-то такое, чего нет у других. И это как бы для него очень круто. Он раньше в школу ходил, он иногда плакал у нас, потому что говорил, вот дети бегают, там я не могу, вот там на перегонки я не могу выиграть. Вот, а сейчас у него появилось, у него сместился фокус с того, что у него что-то нет, на то, что у него есть что-то крутое, эксклюзивное. Изобретение Дэвида, известного в сети под именем Хэнд Соло, это единственная возможность для таких детей, как Бекнур. Существующие протезы слишком тяжелы и громоздки и могут навредить неокрепшему позвоночнику. Вскоре книга рекордов Гиннесса будет рассматривать заявку на новые достижения Дэвида Агилара. Самый маленький функциональный протез. Тот самый, который с гордостью носит 8-летний казахстанец. Алия Сыздыкова, Руслан Умиржан. Итоги дня. Франция. Первая в мире женщина, покорившая базовый лагерь Эвереста без ног, казахстанка Мария Уэзова продолжает тренировки. Сейчас девушка находится в Москве. Там для нее изготовили биометрические протезы. Воплотить мечту альпинистки помог фонд первого президента Казахстана. А продолжение этой удивительной истории в сюжете Даны Нуржан.
Прогулка на Красной площади пока еще при помощи коляски. Мария проходит трехнедельную реабилитацию в одной из московских клиник, где ей сделали протезы. Встать на ноги сейчас главная мечта девушки без ног, покорившей базовый лагерь Эвереста. Год подготовки, первые тренировки в горах Бурабая, затем 14 дней восхождения, 60 километров в пути. И Мария Уэзова стала первой женщиной с особыми потребностями, покорившей эту вершину. Если вы, допустим, мне еще полтора года назад сказали, что ты будешь скакать на ягодицах в сторону Эвереста, я бы, наверное, бы никогда бы в это не поверил. Всем бы пожелала, конечно, никогда не опускать руки, доверять людям, которые рядом находятся, и как бы стремиться тоже делать что-то, чтобы это приносило, в первую очередь, для вас удовольствие. К своей мечте надо следовать. Восхитившись поступком девушки, помочь с протезами Марии пообещал Елбасы Нурсултан Назарбаев. Сегодня особая благодарность у Марии Фонду первого президента и Ассамблеи народа Казахстана за поддержку. В восхождении в апреле этого года альпинистку сопровождали супруг Мухтара Уэзов и тренер Вадим Цхе. Тренер помогает ей и в новой адаптации. Самое главное – пройти именно, вот, научиться стоять на протезах, вернуться к такой к активной жизни, ну, элементарной, да, к самостоятельной, самое главное. О новых планах Мария говорит с осторожностью. Будут ли еще восхождения в горы, она пока не знает. Но уверена, впереди будут и другие вершины. Дана Нуржан, Шахзод Гамиров, Россия. Итоги дня. И к театральным новинкам. Астана Опера готовится представить очередную громкую премьеру. Итальянскую комическую оперу на музыку Доминика Чиморозы. «Тайный брак». Постановка о перипетиях в жизни влюбленных, о жгучей ревности и о счастливом конце во благо всех героев истории. Показанный впервые в конце 18 века, этот шедевр по-прежнему один из лучших в жанре оперы буффа, то есть комической оперы. Постановочная группа постаралась сделать спектакль запоминающимся. Здесь и оригинальные декорации, созданные по принципу калейдоскопа, и тщательно подобранные костюмы к характерам героев. Режиссер Алла Симонишвили погрузила артистов в атмосферу прошлого и выстроила интересные мизансцены, а за передачу яркой и живописной музыкальной палитры постановки отвечал оркестр во главе с Абзалом Мухиддином. Премьерным показом зрители смогут насладиться уже завтра. В Казахстане стартовал прием заявок на детское Евровидение. В международном конкурсе могут участвовать юные исполнители до 14 лет. Сам отбор пройдет в 4 этапа. Победитель же представит нашу страну на Junior Eurovision в Париже. Подробнее о национальном отборе в следующем материале. И поехали! Junior Eurovision – это возможность заявить о себе на международной сцене. Наравне с лучшими исполнителями из 19 стран мира уже в четвертый раз выступит и артист из Казахстана. Напомню, что такой шанс возможен только потому, что агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского вещательного союза. Первой ласточкой стала Данэлия Тулешева. Казахстан представлял Ержан Максим. Закрепила статус страны Каракат Башанова. К слову, Казахстан ни разу не опускался ниже 6-го места. В этом году организаторы взяли на себя такую смелость, да, и проводят это в Париже в офлайн формате. И наша главная задача, конечно, это вот сохранить, так сказать, все эти требования, в первую очередь, Европейского вещательного союза, чтобы наш номер, да, наш номер, наше выступление нашего ребенка было конкурентоспособным по высоким европейским стандартам. Это первое. И второе, соблюсти вот эти все санитарные нормы, да, то есть потому что это не только ребенок, да, за ребенком стоит целая команда. Это хореографы, музыканты, продюсеры, эксперты, костюмеры. По словам организаторов, побороться за возможность выступить на сцене детского Евровидения смогут 10 человек. Победитель будет определен по итогам онлайн-голосования 6 ноября. Этот бесценный опыт должен пройти каждый начинающий артист, считает финалистка прошлогоднего песенного конкурса. Я долго не могла поверить, что я победила. И когда назвали мое имя, в какое-то время я просто стояла в растерянности. И этот волнующий момент стоит почувствовать каждому, поэтому я хочу призвать каждого, кто мечтает о большой сцене, кто хочет связать свою жизнь с пением, обязательно поучаствовать в этом конкурсе. Выбрать исполнителя – это лишь половина успеха, рассказывает музыкальный продюсер Хамид Шангалиев. За кулисами огромная работа по подбору песен, поэтому наряду с поиском талантливых певцов организаторы призывают поучаствовать и композиторов.
Это очень колоссальная, огромная работа для создания только одного трека. А вы знаете, что у нас будет 10 участников в нацотборе, то есть это нужно создать 10 треков. И как бы поэтому я призываю наших молодых композиторов, ну не только молодых, креативных, современных композиторов, чтобы они отправляли свои демки, отправляли свои какие-то заготовки, может быть, песни, чтобы мы прослушали, и, возможно, Камбледа, возможно, их песня станет победителем. Попытать счастье, а возможно, и расширить диапазон своего творчества, призывают организаторы национального отбора. Заявки можно оставить на официальном сайте Хабара. Динара Жамбатырова, итоги дня. Таковы были итоги дня. А сразу после нас смотрите продолжение сериала «Рауза. Цветение сакуры». До свидания.